2,5 месяца, около 2 месяцев назад, 5 января, у нас здесь тут было большое мероприятие с онлайн. Прошла конференция. И все школы нашего зонального методистского объединения принимали в ней участие. И вот сегодня по плану у нас очень большое крупное мероприятие. Это согласно приказу Департамента культуры о проведении в Краснодарском крае краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся солистов, ансамблей, оркестров, народных инструментов, детских музыкальных школ, школ искусств и гимназий искусств. И хочу пожелать всем участникам конкурса удачи, чтобы они выступили, чтобы наша комиссия доблестная была доброжелательная. Она у нас довольно представительная. Вот, и вот этими словами будем считать, что конкурс наш сегодня открыт. Я хочу ознакомить вас, значит, с составом жюри нашего конкурса. Грозыкин Александр Матвеевич, преподаватель по классу баяна Тихорецкой школы гимназии. Шепелев Александр Иванович, преподаватель по классу гитары Тихорецкой школы гимназии. Казаченко Евгения Владимировна, преподаватель по классу домры станицы Архангельской. Воронина Светлана Алексеевна, преподаватель по классу аккордеона. Попов Владимир Васильевич, преподаватель по классу баяна Новопоркова. Череватенко Елена Васильевна, преподаватель по классу баяна Тихорецкой школы. Някшева Наталья Георгиевна, преподаватель по классу домры, завтрашней школы, Тихорецкой школы, гимназии. Кузнецова Надежда Анатольевна, преподаватель по классу баяна Тихорецкой. И председатель комиссии Таран Вячеслав Анатольевич, выпускник Санкт-Петербургской консерватории по классу баяна. Исполнительского мастерства по специальности гитара. Первая возрастная группа. Толкачев Кирилл. Станица Новопокровская. Преподаватель Попова. Лекция Поляна. Паганини. Маленькая пьеса.
Шепелев, Валькер, маленький романс, Папас, Малабуэнья. Thank you.
Станица Новопокровская, преподаватель Зайцев. Санс Паванна, Тарыга Килют, Гомес Романс.
Thank you.
Ленка. Преподаватель Попова. Максанин спит на итальянской песне. Карелли Ронде. Вариации на тему русской народной песни «Субботия». Обработка Александра. Thank you.
Игнатов Алексей, Саиса Постовицкая, преподаватель Сосновская. Чмаруза, соната, Александрова баллада из свиты, музыка старого города и Кот Риндолетта. Рондолетта.
Thank you.
Баян. Станица Белая Глина. Преподаватель Кузнецова. Thank you.
минуэт, ударенский мамин вальс, украинская народная песня «Гречаники» и обработка Тышкевича. Thank you.
Марина Баян. Станица Белая Глина, преподаватель Дронова. Матизон Сарабанда. У постов на вечерние зорьки и русская народная песня «Как со вечера пороша». Обработка Коростолева.
город Тихорецк, преподаватель Соколов. Бах, сарабанда, си-бемоль-мажор, Глинка, Жаворонок. Понецкие, вариации на темы русских народных песен «Среди долины ровные» и «Светит месяц».
Вальс и Танич Казачук. Thank you.
ажур, фантазия на русскую народную тему и резоль вариации на тему русской народной песни «Ох ты, зимушка, зима». Thank you.
аккордеон, солистка Белая Глина, преподаватель Деняева. Бах, органная прелюдия, до мажор. Скарлатти, соната фа минор. Молдавский танец, обработка Валенберга. Thank you.
специалисты. Ну, начнем с третьих мест. Значит, третье место присуждается. А здесь у нас несколько третьих мест получилось. Значит, Толкачев с Новопокровской. А, извините, тут разные группы. Это в первой группе. В первой группе третье место присуждается Толкачеву. Так. В третьей группе третье место присуждается Гутеневу. Вот также в третьей группе третье место присуждается Генералову. И еще одно третье место у нас в четвертой группе получилось. Это у Маркова с Фастовицкой. Вторые места. Вторая группа. Гороховацкий с Тихорецкой. Простите, забыл еще за участие в третьей группе. Диплом за участие присуждается Ведерникову с Новопокровской. Ну и первое место во второй группе занял тихорячанин Шаповал. И также первое место в третьей группе занял Артемов. Вот такие результаты по гитаре. Теперь в группе баяна аккордеона. Значит, дипломы за участие присуждаются в первой группе Шапошниковой. Также в первой группе за участие Соболь Белогиной. Диплом за участие во второй группе присуждается Ефимову Белогиной. И в этой же группе за участие диплом за участие получает Тучков. Так, теперь третьи места у нас. По первой группе. Касьянова с белой глины. В третьей группе у нас два третьих места получается. Это Щербина. Здесь ошибка. Тихорецк. И также третье место Кузьминов. Вторые места в первой группе. Чечен. Правильно говорю, да? Правильно. Чечен. Второе место. Во второй группе вторые места. Три вторых места. Это Смоленинова Света Корецкая, Саратова Белой Глины и Щебетаха Саша Корецкая. Разделили у нас вторые места. Хастьян Эммануил занял второе место, да. Второе место. Набрал наибольшее количество, у него самый большой средний балл, 8,6. Ну, первое место у нас, к сожалению,